я очень везучий человек, мне в жизни несколько раз очень сильно повезло, и это, собственно, все, что надо знать о моем предпринимательстве. Вот эти 2 года, которые я там проработал, это была невероятная школа финансовых схем. Менеджер не берет на себя даунсайда, менеджер там, все хорошо, я получил большой бонус, все плохо, я пошел. А предприниматель отвечает за конечный результат, вот, собственно, вся разница. А поскольку у вас риски по-другому устроены, у вас и голова сразу по-другому работает.